Добрый день, дорогие друзья! Приветствую из экономики здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема «Что такое обойтись по-человечески?». Разговор пойдет о том, как Александр Лукашенко готовит вертикаль к уничтожению индивидуальных предпринимателей. И он говорит, вы там, пожалуйста, не нагло, наглостью, не дубинами не загоняйте их под плинтус, а надо по-человечески с ними поговорить. Надо подготовить их к тому, что мы хотим, чтобы они перешли в другую цивилизованную форму торговли. И первый вопрос, который важно обсудить, а что такое эта самая цивилизованная форма торговли? И есть ли она в Беларуси? Когда в 90-е годы, в 2000-е годы государство растерялось, не могло ничего сделать, оно сделало очень важную вещь. Оно не помешало людям самостоятельно обеспечивать себя товарами и услугами. Оно разрешило, понятное дело, не потому, что оно так вот подумало, проанализировало научное издание, научные выводы и сказало, да, предпринимательству быть. Просто оно растерялось и само ничего не смогло сделать. Оно имеется в виду госсектор. И предприниматели действительно, как муравьи, как вот децентрализованные такие субъекты сделали очень многое, насытили страну товарами, услугами. И если бы им дали возможность эти деньги, которые они зарабатывали, они бы начали и строить и магазины, и компании, и производство. И та форма первоначального накопления капитала, она бы естественным образом переросла в другое. Но тогда государство начало зарабатывать и на удобрениях, и на нефтепродуктах. Они, чиновники, почувствовали сладость вот этого распределения, и сказали, не, индивидуальные предприниматели это не цивилизованная форма торговли, давайте их загонять в цивилизованную форму. И мы помним, как сносили ларьки, как запрещали разные виды торговли, на этом наживались чиновники, и это послужило началом кампании для того, чтобы создавать мощные торговые сети, гипермаркеты, которые постепенно теснили эти самых индивидуальных предпринимателей. И вот сегодня, когда речь дошла о том, чтобы спрос меньше, нужно нагонять спрос на эти самые торговые сети для своих, для Белкопсоюза, чиновники не нашли ничего лучшего, как в очередной раз вернуться к тому, чтобы наехать и ликвидировать индивидуальных предпринимателей. А тот, кто реально, как говорит, руками работает, тот ремесленник, и того мы оставим на месте. Ну, чиновник, заметьте, Лукашенко говорит, он говорит это, понимая еще одно соображение, говорит, а то если мы слишком сильно будем их загонять под плинтус, дубинами дубасить и ликвидировать, они же потом, как было в 2020 году или раньше, консолидируются, соберутся, и будет нам еще одна проблема. Лукашенко помнит, что в 2004 году, тогда, когда индивидуальные предприниматели ходили от кабинета Совета Министров к Министерству финансов и доказывали, что они такие же белорусы, они самозанятые, они обеспечивают рабочие местами, и ни один человек, серьезная некая структура не предоставила расчетов, оценок, что они вредят экономике Беларуси, потому что таких расчетов в природе не существовало. И вот Лукашенко, говоря, вот именно используя такое шельмование, говоря, что ИП это не цивилизованная форма торговли, то есть, знаете, сотни там, и статус ИП это 270 тысяч, в торговле работает порядка 38%, там 150 тысяч уже не цивилизованная. Он поставил на них клеймо и говорит, вы нечего, давайте вы валите отсюда, вы мешаете тут неким цивилизованным формам торговли. А цивилизованные – это те, которые носят, заносят нужные деньги, которые дают откаты, которые централизованно зарабатывают на закупках, которые, грубо говоря, являются пылесосами бюджета, а также источниками обогащения распорядителя чужого. Вот почему они предпочитают работать с крупными торговыми сетями. Совершенно очевидно. А потом, когда крупные торговые сети консолидируют свою власть на рынке, когда предпринимателей станет гораздо меньше, естественно, они будут повышать цены, мы это все прекрасно понимаем. Так что в данной ситуации более цивилизованная форма торговли? Предприниматели, которые работают в конкурентном поле и заботятся о том, чтобы хорошо, качественно обслужить каждого человека. Либо торговые сети, которые как монополисты, как олигополии, просто что делают, то хотят с предпринимателями, с потребителями, выжимая из них все соки. И еще один постоянный аргумент, который мы слышим, это о том, что ИП являются источниками неуплаты налогов. Они, мол, ведут себя неправильно, правила игры для них такие, что они являются просто неплательщиками, уходят от налогов. Это серая экономика. Друзья, давайте
честно посмотрим и скажем, признаемся, кто у нас не платит налогов, кто у нас по закону может не платить налогов. Как раз те самые потребители чужого, которые участники государственных программ, которые являются приближенными к органам власти, которые крышуются самими этими властными структурами. Они по закону не платят ни НДСа, ни налога на прибыль. Они имеют льготы по доступу к кредитным ресурсам. И как может индивидуальный предприниматель, который платит свои налоги, они упрощенка, понятное дело, что это то, что и так хорошо, и так они поступают в местные бюджеты, являются хорошим источником финансирования местных бюджетов. Как он может конкурировать на рынке, если у него нет доступа к, вот, к тем льготам, которые выбивают себе богатые и большие структуры? Понятное дело, не может. Поэтому единственный способ оставить их на рынке – это дать работать им в этом режиме налоговом. И оскорбление предпринимателей, мол, вы такие сволочи, не платите налогов, и не имеет ни научной ценности, ни научной обоснованности, ни фактической обоснованности. Это просто черный пиар и оскорбление сотен тысяч людей, которые честно работают на себя, создают рабочие места, создают товары и услуги для людей. И если бы был бы вопрос, вот они нужны или нет, я уверен, что большинство белорусов сказало бы да, но для распорядителей чужого индивидуально предприниматели не нужны. И, наконец, третий очень важный аспект, почему Лукашенко так не хочет ИП, но одновременно хочет это сделать чуть ли не руками других, потому что он понимает, что это люди, которые имеют уже время, возможности и спрос на интеллектуальную деятельность, на задавать вопросы, а почему мы так плохо живем, а работает ли Госплан, а нужно ли нам, белорусам в 21 веке, совок и Госплан, нужен ли нам тоталитаризм и унизительный, разорительный статус соагрессора. Вот почему Александр Лукашенко нацелен на то, чтобы убить ИП и растворить это в мелочевке, в решениях разных структур и тоже в том, чтобы на ИП повесить как раз и повышение цен, и плохое качество, и нецивилизованность, и уход от налогов. Друзья, это черный пиар, не верьте, это шельмование и разжигание социальной розни. А мы должны смотреть правде в глаза. Друзья, спасибо большое за ваше внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Живи Беларусь, слава Украине!